О войне может рассказать не только оружие, но и простые предметы, которые солдаты использовали в своей жизни ежедневно. Каждый из них имел свою важность, свой смысл, каждый из них был связан с какими-либо событиями или людьми. Именно они помогали в бою, напоминали о семье, о доме, о родине. Фотографии близких, письма, музыкальные инструменты, книги и журналы, игральные карты и пазлы, солдатские медальоны, награды и деньги. Эти и другие экспонаты смогла увидеть брестская публика на открытии экспозиции «Вещи между жизнью и смертью», прибывшие после своего долгого путешествия в город над Бугом. Эта выставка, она действительно международная, как международный проект выставочный. Впервые появилась в 2010 году еще в музее армии в Стокгольме. И вот в прошлом году, в 2014 году, появилась идея показать эту выставку на территории Республики Беларусь. И она в основном была приурочена к столетию с начала Первой мировой войны. И вот за этот выставочный проект взялся Национальный исторический музей. Они как посредники работали со шведской стороной и договаривались об экспонировании этой выставки в разных музеях нашей республики. И вот мы сразу же к этому проекту подключились. На выставке «Вещи между жизнью и смертью» была представлена большая коллекция столовой утвари. Помимо этого, всевозможные плитки, мини-печи, горелки, с помощью которых солдаты готовили и подогревали еду в полевых условиях. Любопытно было увидеть военную форму как женщин, так и мужчин разных стран, а также фронтовые газеты, листовки и плакаты. Много нового для себя в процессе посещения экспозиции смогли почерпнуть юные брещане. Очень понравилась, интересная экспозиция. Я считаю, что такая в Бресте должна была давно выставка быть. И я думаю, каждый брещанин должен посетить ее. Почему? Ну, потому что эти вещи, вот как название выставки, вещи, связанные с миром и войной, они могут многое рассказать о том времени, о мирном времени во время войны. Надо знать свою историю, особенно на той земле, где проходили такие боевые действия. Очень познавательно, потому что не все люди, да, жители города нашего, знают именно, чем пользовались бойцы, наверное, в годы Великой Отечественной войны. И это познавательно узнать все эти вещи, посмотреть на них, прочитать, что, когда это было. На 66 витринах выставочного зала были вещи русских и советских, американских, немецких, английских и японских солдат и офицеров, которые принимали участие в войнах второй половины 19-го, первой половины 20-х веков. Сегодня увидеть разнообразие предметов истории можно благодаря шведскому коллекционеру Торнбьерну Ленсгуку, который подарил Стокгольмскому музею армии свою большую коллекцию. Она уже с большим успехом была продемонстрирована в таких странах, как Норвегия, Бельгия и Польша. К счастью, и у белорусов появилась такая возможность. Надо это проводить, чтобы напомнить жителям и особенно молодежи нашей о тех ужасах войны, которые пережили наши родители и наши предки, с тем, чтобы воспитывалась эта молодежь в духе ненависти к войне и в своей деятельности, будущей деятельности, когда они будут работать, не допустили подобного, как было допущено в прошлом веке, когда люди гибли, погибали невинные дети, старики, рушились государства, разрушалась основа, экономическая основа государства, чтобы не была допущена война. Это задача таких выставок и таких музеев военно-исторической направленности. Благодаря передвижной выставке «Вещи между жизнью и смертью» гости смогли увидеть историю войн глазами простых солдат, окунуться в события давних лет, понаблюдать, как с течением времени менялись элементы быта военнослужащих. Такие экспозиции позволяют нам обращаться к своим корням, возвращают нас к прошлому, без которого, как известно, нет будущего.